В городе Химки на пересечении улицы Победы и проспекта Мира мужчина, находясь возле обелиска, отстоявшим отчизну, бросил в пламя вечного огня телевизор, который впоследствии загорелся. Полицейскими по горячим следам был установлен и задержан 32-летний местный житель, которого направили на медицинское освидетельствование, по результатам которого установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Он, во-первых, он был сломан, он исключается. Вот. А во-вторых, он вреден. Он вреден, и поэтому вы решили его бросить в вечный огонь. Чтобы сжечь. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления вандализм. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.